под задон на Red Fame. Вуду. Алло, а ты научился его настраивать нормально? Да. Ой, а я до сих пор не докончил. Ну потом как-нибудь. Я тоже на X3 дрочился с этим Вуду, так нихера я не понял. Я его поэтому Там легко. Там нихуя не легко, там столько у него опций, чтобы настроить как надо. Ну, для меня лично... Там... А он где по-русски? Там же написано все русским языком. Там у меня он наполовину на английском, там приходится... А, могу скинуть свой, у меня по-русски. О, давай. Больше похоже. Макс, мне вот примерно такой, как у тебя, нравится. Вот я такой же сделал. И хили через него, да, можно? Да, я через него хилю. Больше похож на хил буду, кстати. Там же по-разному настраивается, там можно хоть что сделать, хоть грид, блядь. Там бля, эти... молоко сумонори, стой. Я нажал на сумму. Ну, что-то сдух. Так, рога там пока чинит, пусть так, чё надо. Алло. Дима, тебя ещё раз сумонит? Да, не было сумона. Бля, вылетай ещё раз. Чё-то тебе плохо слышно, пиздец. Блядь, сейчас. Погромче сделал. Алло. Сейчас нормально. Ну, на самом вылетит еще один. Мы у него сломали, зря ты улетел. Короче, это, кто готов, можете трэш чистить. Сейчас нормально слышно? Сейчас нормально. Ты это, Рога, знаешь в льду или ты не знаешь ничего? Знаю. Без знаешь, двух последних боссов. Докуда? Без двух последних боссов. А, без генерала Йога, ну нормально. Мы, короче, идем сейчас тупо на ХМ пока что. Всяк там Мигниса, Стакылу, типа хуйню ту скипаем. Потом в конце их убьем. Ок. Так, сейчас я на локу сдаду на фласки. А есть какой-то на апфласке? Вот тут есть на апфласке? Диман пришел со мной? Нету. Да как так-то, блядь? Ну кинь, блядь, релу. Да я уже лечу. А ты далеко летишь. О, а пришло. Смойте просто все. Пришло все, полетели. Так, а чё мне надо? Мне тринка нужна. Чё ещё нужно? Дурида надо. Я надеюсь, вы того активировали? С хэмами активировали, надеюсь. Все, пока тупо садитесь в любую тачку, едем чистить. Просто по миду. Ко мне кто-нибудь на колчеданку сядьте. Разрешите. Кого мы закидываем в машину? Сейчас определимся. Пока едем чистить. Ну, можно Рогу разрешить. Рогу разве сломает 1-2 машины? А там мы по самой тупой тактике сыграем, один раз закинем, чтобы стаки скинуть, он уже умрет босс. Мы не будем по КД закидывать. Это ебанутая тактика, она тут типа не нужна. Войт, ты тут? Алло, текни. Войт, АФК. А чем машина сама крутится, что происходит? Смысл. Машина стояла, крутилась. А кто-нибудь сядьте в разрушитель, подъедьте, мы уже поехали, нам нужно колчедан, чтобы кто-то пособирал. Вам что, большие, мы его не зальем большого. Вы приближаетесь к башне Фрей. В ней содержится сила, способная за ночь превращать бесплодные... Ля, кто там в Долоране? Летите, алло. Да при сумоне, маслок есть. Так колок вот шкаф дает, никто не хочет тыкать. Под боссом тыкнем. Садитесь, чистим. Пока не сходит с ума там. Кто бы долетел, то долетел. Подбегите кто-нибудь, сядьте колчуданы, прошу пособирать кто-нибудь.
блядь, сам позбиваю. Там что, соляну-то чистим? Мне скоро танк отъедет. Ну, конечно, ты сагра большого. Ой, ебать, Макс, а где создавать на классике перса? Тут что-то сервера... На Пламегоре, за Орду. Английский, блядь, русский, тут все 5 серверов. На Пламегоре, на Орде создавай. Мы там, Санько. Там, напиши Саньку в Дискорде, он тебя, если будешь сейчас играть, там они... Там бустят, короче, могут тебя побустить. Напиши. Да я пока сам. Сейчас я подумаю, кого создать, какой ник придумать, этот час пройдет. Потом спать, а уже качаться попозже. Ну смотри. Пиздец, всего по 4 раз. Ну, там скудно. Красно. Все, лишнее не агрите, поехал. Так, все, трэш, в принципе, сейчас вот, добивайте последний. И с инста все выходите. Абсолютно все выходите с инста. Я хпшки запущу. На танк оставьте. А, хотя, стой, подожди, подожди. Ай, блядь, там нужно комнату почистить, блядь. Го, почистим комнату. Вернитесь обратно. Большой сагре. Давай. Еще тут, еще вон, который стоит, да. Кран колчеданом поебал. Все, выходите с места. Блять, Завара вообще нудно, наверное, качаться, да, будет? Завара, о, до 30-го левела ты познаешь боль Зелебоса. Я, короче, ник не занят, я, короче, его обозвал Зелебосом. Правда, по-русски. Там он по-английски нельзя. Ну да, я знаю. Блять, тут же хуйня, это квеста сейчас эти самому искать. Система орбитального подавления. Так, все вышли. Малыш. Лада. А, Войт. Войт АФК, да, наверное? Блять, ну Войт вынести. Сейчас ждем Войда. Придет, выйдет. Я запущу.
играть на официальном WoW Classic. Стоит вообще начинать там играть сейчас? В плане стоит. Ну вот если мало времени, например, проводишь в Вовке, не так дохуя, как хотелось. Не, да, там работать. Дрочить надо жестко. Там именно дрочить, да, короче? Нет. Да. Малыш, выйди с инста, я же сказал тебе. Бля, я вроде вышел, потом... С инста вообще, то есть жди просто. Все. Классик это гринилка, там нужно дрочить. Ну, ПК полегче будет, типа я же качаюсь не для того, чтобы в классике играть. Типа, мы на БК качаемся. Готовим персонажей. Хотя я уже, вот я убил 7, блять, кабанов по первому квесту, мне так заебало, я уже думаю купить нахуй с 58-го все потом, когда выйдет. А сколько стоит 58-й? А хуй знает, вот именно, я не знаю, сколько 1002, стоит, думаю, у меня это 1002. Проблема. Блять, вой, сука, вой! Чё? Выйди с инста. А, я только подошел. Я говорю, хотя это не Сирус, они тут цену, скорее всего, заламывать не будут. Просто если будет стоить косаря 4, я не буду покупать, я ебал в рот. Вышел? Не, я на ступеньки еду. Вышел. Заходите. Так, что будем делать? Что будем делать? Так, давай, короче, Димон, ты умеешь эти колчедан собирать? Ну, собирал? Нет. Ну, короче... А, нет. Кто умеет колчедан собирать? Присоедините. На разрушителя. Точно. Рифарина. Так, короче. Рифарина, давай я тебя кину. Почему я тебя, типа, один раз кину. На разрушитель, да? Ты там сломаешь один раз. Так, и с него сбросишь, и все. Давай, короче, ты в трусы садись, Рифарина. Будешь квадратиком. А второй, кто умеет, малыш, давай садись в звезду. Сиди в звезде, короче. Забафайте малыша и Фарину. На срока два рай. Подсумоньте всех, кому надо. Ну, остальных, кому я не сказал, там, ну, садитесь в остальные тачки. То в танк, косты сбивать, то мотоцикл, подвозить колчедан людей. Ну, да, оденьтесь на этом левел максимальный. Кто сколько может себя выжить. Рога, ты где умеешь сидеть? Короче, Макс, не для меня, я не буду качаться. Все, Эйфорина ко мне в трусы, малыш в эту звезду. А, кто умеет ездить на разрушительную? Кто еще будет ездить? Подожди, стой. Рога, ты умеешь ездить на разрушительную? Что, стакать надо? Могу постакать. Да, давай, колчедан постакать. Ты стакай, малыш, тебе будет собирать, в принципе, все. Я буду только этого Элему одного кину. Разочек и все. Так, смотри, я умею собирать на мотоцикле. На этой хуйне тоже надо собирать, да? А, ну все, я на ней тоже буду собирать, я понял. Да, ты сбиваешь, собираешь, как бы все. А сбивать как? Ну, ракетки по... Видишь, вверху колчедан летает?
Бля, где кредит на мотоцикле? Я могу отойти на 5 минут? Срочно надо, пиздец. Или я прям нужен на этом ебаном мотоцикле? Ты нужен. Да? Ну, а потом трэш. Трэш же будет, а потом? Потом трэш, да. А, ну вот так, хорошо. Заедьте, кто готов. Колчедан, позбивайте сейчас заранее. Да забейте заранее колчедан, алло, чё втыкайте. Там вдалеке он, который... Ну сбивайте, чё смотрите, стреляйте, алло. Да всё сбили, ну. Всё, ну... танки, пуляйте танки. А, подожди, стой, не пуляй, стой. Не пуляй, стой. На починку заедьте, разрушитель. Колчедан себе полтинник сделать. Я забыл, ну что, наверное. Короче, тактика банальная. Мы стакаем тупую колчедан сразу 10 стаков. Потом на боссе примерно 4 стака будет ускорение. Я закину Ерофину. Она собьет ему стаки и все, в принципе. Одного раза хватит, босс умрет. Не стойте в лужах, танки. Ну, все остальные, кроме разрушителей, по цветкам стреляйте там. Их приагрите, чтобы они не ебашили. Ну и касс босса сбивайте, то есть там, в принципе, все. Так, стоп, у нас... А, два танка, все правильно. Мотоцикл, нет? Все, пуляйте, это, танки босса, пуляйте. А зачем ты залез? Бля, эйфорина, зачем? Я же сказал, когда 4 стака на боссе будет. Я сейчас стаки за тебя проебал на боссе. Потому что я не могу стрелять, когда ты... Постреляйте по цветкам там. Ну тот танк цветка. Все, садись, Эфрина, садись. Все, теперь сбивает, да. Саня, не ходит из-за троюх. Тройнул, блин. Сейчас три стаки не, блядь, проебешь стаки, проебался. Потому что я ем, блядь. Я отрубил. Надо, чтобы кто там на разрушители со мной сидит, нажми на спид ускорения. Я же не могу ехать. Ну, ГГ, я... Вам нормально там по огню хататься? Ой, это там, пизда. Там пизда, ему хана. Провал. Ты ж плюсовал, что умеешь. Блять. А, ладно, вайпайтесь, падайте. Тогда я расскажу туда сейчас, давайте. Малыш, ты слышишь, малыш? Да. Да, слышу. Смотри, ты когда сидишь разрушители на пушке, то есть собираешь колчедан, там еще билка, ускорение. Она стоит 25 энергии, по-моему, да? Вот. Когда тебя босс убирает, ну, то есть вашему тачку убирает цель, да? То есть вот ты просто нажимаешь хрень. К боссу не бежим, все из инста вышли. Все вышли с инста. Да, все выходите. То есть видишь то, что вас таргет взяло? Ну, ты нажми ускорение, типа, то вас там, блядь, зажало нахуй. Я понял. И поломало вас. А я нажал, короче, и него, ну, уже нам пизды дали. Ты смотри, что колчедан, тебе может колчедан на нее просто не быть, как бы тоже. Чтобы видеть колчедан, ты возьми вашу тачку в фокус. Просто возьми фокус, и ты будешь видеть. Угу. И водила тоже, когда едешь, блядь, смотри, нахуй в сторону огня едете. Крути его, блядь, не вот огня. Ну, идеальная тактика ездить квадратом. То есть не в центре вообще. Не, ну если бы ускорение было, я бы откатил нормально, а так, чё, как получилось. Ну, я согласен, потому что без ускорения там тяжеловато. Там ускорение пятерка, да, вроде? Да там можешь мышкой кликать вообще там.
Особо ничего не надо там делать. Ты сидишь, чтобы просто ему собираешь колчедан, тыкаешь ускорение. Все. Вся твоя задача. Все, заходить можно? Нет, я скажу, куда заходить. Блять, пардон. Ты зашел? Нет. Ну, походу зашел, блядь. Ждите, блядь. Я же говорю, не заходите, пока не скажу. Время просто тянете. Не. Чё не, блядь? Типа, не, блядь, блядь, не. Ой, блядь. Арстайл-то приходил, не? Или только опять до сих пор не было? А он говорил, что он разлупился или что? Да ничего не говорил. А он что, залупился, что ли? Я думал, ну ничего. А, типа сгорел или что-то? Только с чего он сгорел, я так и не понял. Наверное, месячные, блядь, сезонные. Сезон. Заходите. Ну, можете куда просто разбафать, он пусть отопьется и все. Печеньку можете не трогать. Самое главное, с огнем не тупить. Ездите просто квадратом. Типа, вы стоите там, не знаю, где-то в углу, внизу, там, не знаю, вверху, у вас босс выбрал в таргет. Вы ждите, пусть он ближе подъедет, и потом там ускорение нажимаете и катите. Ну, это я про разрушитель. А танки сразу там, не знаю, квадратом ездите. Надо матрас на КП отправить, этот. Матрас с наволочкой. Да. Микрофон уклон. Ой, пардон, извиняюсь. Че, эйфорина садись? Тебя забафали? Забафайте эйфорину. Кулак, а вы кулак, каску дайте. Смотри, я, ну, мы 4 стака на боссе будет, только потом я тебя кину. За, ну, типа, раньше тебе нет смысла кидать. Чё, кто готов, там, на починку заедь, там, сразу на места забирай. Всё, пуляйте босса танк. Тачки, блядь, осадные. Он ли стреляете по цветам? И пока мы можем. Щит прожимал. Зачем? Блядь. Щит жмете, когда какой-то пиздец творится. Чё за мобы пришли, блядь? Ну, слева мобы пришли. Ну, с края, походу. По ним шпалять атаки. По цветам. Нет. Ну, ты про стаки проебал. Если чё, стреляй ему в ноги по колесам. Там, не знаю, ну, верхнюю часть не стреляй, там бывает, нельзя попасть. Тупо по колесам стреляю на ключи, да. Стакай быстро, быстро стакай сейчас десяточку. По цветкам пострелять, блядь, у меня там призыв тут.
Он колчедан забирает. Куда ты меня толкаешь, сын, блядь? В огонь, блядь. Че, пизды получим? В цветы стреляй. Цветок, кстати, тебя едет, то в пушке. Эйфрина, садись, Эйфрина, садись. Что-то я забыл, блядь, вообще нахуй. Я засмотрелся, забыл, блядь. Блядь. Даля пёс, блин, я уже далеко, он не бьёт как-то. Ну он далеко бьёт, понимаешь, далеко. Ну ты, не знаю, Рога стаки приобнешь, ты здесь, но она... Дана нет, потому что... Вообще Дана нет? Казна не сбит. Ну ты на машине едешь, вторая хз где? Убита. Он, блин, я не понимаю, как он так, блин, я с ускорением, блин, отъезжаю, он все равно не достает. Он уже ускорен. Он далеко достает, понимаешь, у него 30 метров радиус тарана. Так, подожди, в смысле, а как у тебя колчедана нет? Чё у вас там происходит, блядь? Успевает подбирать, мало колчедана, надо было нас сбивать ещё. Тачка, в осадку. Ну не хуй знает, тут колчедана, ещё хуево туча, я не знаю. Погоди, дорога говорит, у которого я сижу в машине? Да, ты с которым сидишь. Я постоянно, я тебе говорю, постоянно в тачке колчедан. У меня даже, я притягиваю, у меня выпадает колчедан, который в тачке лежит. Смотри, ты его... одна банка колчедана восполняет 25. То есть 25 этого колчедана в тачке. То есть ты не должен прям по КД его. Ты видишь, у него там 25 закончилось, ты ему... Ну, ну... Ну, я же на десятке тоже по КД не жму эти колчедан. Наполовину. Не, ну, да, на десятке ты просто их поддерживаешь. Да, все правильно. Тело заберите, пока он там бежит до машин, чтобы бахнуть. И на больших машинах щит в пушках нажимаете, когда танк переключается, ебать, на нас. Он разворачивается, и ты не успеваешь сделать, у него 3-2 или 3 раза отталкивает. В этот момент щит юзаете. Просто щит, просто так щит не сливаете. Так, ждите, сейчас запущу я. Кто там в ульдаре? Рога выйдет сюда. Давайте, ебать. Опять долго время тут трачу. Не тупите. Сейчас пару трайв делаем, нет, начал бычка убиваем этого босса. Рога, выйдет сюда? Да, да, выхожу. И надо, да, закидывать раньше на машину, потому что она ускоряется и начинает брать ебало разом. Ну я проебал, типа, я за другим вообще смотрю. Вы могли тоже сказать. Заходите. Да вон Роги меня толкает. Он что-то не потеет на неё. Я там на мотоцикле, там квадратик потом в трусы подвезёте просто и всё. Забафайте эйфорию, сразу. Усман там. Тут факт не то, что металка, а факт в том, что типа с него с хэмом 100% рез падает со сферой. И после Левиафана идем сразу на робота. По их скипам. Кто готов сжать? И это, Рога, от сферы отрезов отказываешься, а все, что на остальное, там ролишь. Ну, на группу людей пойдем, чтобы время не тянуть просто. Эйфорина готов?
Все, пуляй босса, танки, пуляйте босса. Кстати, там поехали, да? Ложки. Пушки. Поебал. Прям на тоненького, Макс. Да, ты видел, я стрелял, а не попало. Так, что, когда кинешь? Давай, я тебе кину сейчас, давай, вернусь. Вот сейчас нажимай. Опять поебал. Угу, там опять стаки поедут. Настакивай быстрее, прям быстро-быстро. Каз, танк. Второй. Бля. Проебал каз, да? Да. Вот это больно будет. Ой, а сейчас, когда Ефарина скажет, надо будет его, чтобы какой-нибудь мотоцикл подвез в трусы. Это квадратик. Ты там долго еще, Ефарин? Еще одна пушка. Может кто-нибудь в трусы залезть, мне колчедам пособирать, может кто-нибудь. Да, как-то понимаю. Странно чажнулся, Марат. Да, блядь, ты заебал. Я в этот момент разворачивался от цветов в сторону. Сломал. Давай, брат. Я вот рядом, видишь? Угу. От тебя я... Не могу залезть. Залез. А не можешь? А, значит баг. Значит ты не залезешь, тогда я сам себе. Меня приморозило. Достакивай. Должны убить. Легко сказать, у меня один колчедан остался, и он за мной едет. Бля, я проебал каст. А, сбили все. Не сбил. Нормально, жужу. Арчи дал, как красиво, бля. Ага. Сбил коз. Добивайте. Все, добил. Я в этот момент цветки отбрасывал, разворачиваюсь, и этот момент на меня прыгнулся, я сразу, ну... На ускорение ушел. Там боешка можете себе паролить, кому надо. Оля. Бое все ролить или. Да, бое все ролит. Я только серый рез занролился. Рез бы, кстати, выучил. А рецепт. Что там есть? Нужно будет. Ну да, да. Идите сразу. У кого инженерка, можете разобрать это. Че, у тебя тоже кузнечка, да, мораль? Да. Че, паролим тогда? Так, а че, блядь, сферы все пусть меня падают, я их потом буду ложить сам ГБ. Ну, рец можешь, там, не знаю, морали дать. Сразу на робота идем. Реш чистим. Забрал рец? У кого? Я нет. Ну хао. Рец у меня? Ну посмотри в сумке. Левую пачку гоп, блять. А, да, у меня его нихуя себе. Подожди, забафаться хотел. Ну сферу мне дай его. Кому рец дать? Где ты? Дай мне дать. Давай, может, с моралью паролим рец. Да там еще и Фарина тоже кузнец. Мужики, а как этот мотки будет ролиться? Скажите, пожалуйста. Ну, мы же на групплуте идем, да.
Тебе надо шмот? Понял? Блять, а я думал, надо отказываться. Ты сказал, типа, боешься вольности. Отказываешься только от сферы, от рецептов, все остальное ролится. Пиздец, блядь. А тебе там что надо? А кожа выпала, прикинь, на столу. А у кого она кожа? Ну, блядь, или его возьму. Ну, посмотри, у кого там кожа. Элада. Ну, значит, он у него инспект друид. Блядь, давай. Башните хоть шота, хоть каску, хоть преснобаф, нуля. Блядь, какие-то трешки, ебать. Коронная фразочка, у него мейнспект друид, запомните, нахуй. Ну, блядь, нет, это рестер, блядь. Да, мейнспект друид, это такое себе, блядь. Я помню, Женя, у Жени тоже был мейнспект друид. Я просто, блядь, у них котик, блядь, был. У меня мейнспект, если чё, прист. Слушай, ребят, я иду сразу на приста. Я монах, нахуй, блядь. На монах идешь? У меня, кстати, монах на офи 60. Я так не понял, кому рецы давать? Рецы все мне давайте, короче, я потом сам дам. Продал смог. Просто от сферы 30 все отказываются. Ты заебал. Ну ты подойди. Че, раз отменяешь, я эти хуй забью. Я не отменял, ты. Блять. Бля, я отказался, ёбаный стыд. Красавчик, бля. Так, кидай ролл на гражденку. Да ты же там все проиграл. Так, Войд, дай рыбу. А, там, подожди, рыбку. Там вот так. Не бейте те, которые еще идут. Я сейчас еще не сагрил. Так, у нас проблема на собрании будет. Нет. Чё это? Ну ты близко подошел к боссу. Я близко. Возьми босса, давайте трэш добьем. По техникам, техника, я вот череп поставил, сыграйте точечно. Давайте добьем. Все, да, можно падать, технику убили. Вы видели все трэш агро, то хоть бы не бейте тот, что, который еще не прибежал. Ну, блин, вот. И потом хейтер, конечно. Хейтерок. Ты, кстати, ой, мораль... Там... А, чё? У тебя спек с МА? Да, с мастера, да. Ретрик и Холипа. А, ну думаю, без укры справимся. ДЦ тем более. Ну конечно, а что за хилы? ДЦ и РДУ? ДЦ, да. Ну не знаю. Справимся. Я думаю, справимся. Мы в соло слот, да, ладно? Если я с Холи Престом захиливал это все, а то, бля, с ДЦ еще легче было. Давайте трэш забиваем сразу. Все прибегут, либо? Да, пока может. Да-да, сейчас же нет, все, разбахнем на бан. Есть пас. У тебя это, мораль, сколько меткости, рейтинга, цифра? Погоди. А почему, ты говоришь, проблема будет собрание в плане забирать? Ну да, придется через два танка играть просто. Войд заберет. А, Войд против. Да, через два танка просто будем. Ну, я в одного танчил тогда, там даже и без забирания фронта можно убить. 281. Там, короче, у тебя вот в третьей ветке, я посмотрел, один в меткость. Если ты вторую очко тоже в меткость кинешь, то у тебя получается, чтобы кап был, нужно 315 рейтинга. Тогда у тебя... Без промаха будет ЛПшка. Ну это если сова шипы в рейде, если не 3% меткости дают. Они всегда должны быть. Так, ну сразу вкатываем. Так.
вы 8% даете, мне кулаки кресты, да? Да, да. Хоха, барабаны есть. Есть у кого из ПД фласка? У меня только пэш. Дайте кто-нибудь. Ой, дай рыбу. Кому нужна СПДшная? Хао, не знаю. У меня, бля, звания на друиде нету. Убрать с КБ. Так. Бля, так. У меня небольшой трабл, мне надо на аук слетать. Я шкаф поставлю. Давай. Я пока объясню, что делать. Малыш тут не был, да, наверное? Смотри. Не, я вообще первый раз здесь. Да ебать его в сраку. Да это сова. Но я не подведу, мужики. Все будет нормально. Как на плюсике и минусе, помните? Вот это? Это же был я его. Не, вот эти вот метки красные и синие, может, ну их нахуй, давайте розовые поставим. Нет, я тебе объясню. Весь РДД-пак стоит в кресте, да? Весь РДД-пак стоит в кресте, бьет босса. На боссе есть два вида меток. Светлая и черная. Светлая метка, когда она тебя кидается, она в небольшом радиусе, примерно метров 5, ауешит. Вот, я вот так подойду, да, я вас буду нахуй ауешить. Типа, ее нужно вынести. Выносит ее просто от рейда, ну, в сторону черепа ее выносит, просто вот, типа, вот мы стоим, да, вот тут, блядь, в кресте, а ты хуяк вот сюда в сторону черепа отошел, где-то вот тут, где никого, ну, ни до кого не достаешь, все, как ты ее вынес. Черная метка, она, короче, висит 10 секунд, и когда на 10 секунде тикает, она взрывается, ауешит в радиусе.